Всем привет от канала CapTV. Прежде чем начать проходить седьмую серию игры Injustice, хочу пару слов сказать, объяснить, что и как. Начинал я проходить эту игру года три назад, наверное, или два с половиной примерно. Прошел шесть серий, записал, выложил их, потом были проблемы. Там YouTube правообладатель очень там что-то мне много всего присылал на эту игру. И дело было плохо, я решил забить на нее, поэтому только сейчас вот вернулся, посмотрел, там вроде бы они успокоились, перестали кидать жалобы на игру, и я решил, в принципе, ее допройти, дозаписать. С седьмой серии там была проблема, ее вообще удалили, остальные вроде бы остались, поэтому я сейчас решил с седьмой серии начать, чтобы, собственно, я ее уже, получается, проходил, но ролика не осталось, поэтому я еще раз перепройду седьмую, а дальше уже, вот как видите, здесь дальше все закрыто, дальше уже буду проходить первый раз. Немножечко забыл управление, немножечко забыл, конечно, как тут, что и к чему, но сейчас пару боев провел в обычном режиме, в одиночных боях, поэтому кое-как что-то вспомнил, но не обессудьте, если уж я совсем буду сейчас тормозить. Так что вот, вроде бы все сказал, что важно было, и теперь поехали. Приятного просмотра, ставьте лайки, если все-таки решили посмотреть, если понравилось. Конечно, нехилый такой промежуток между сериями, но тем не менее, пытаюсь наверстать упущенное. Итак, поехали. Седьмая серия, Deathstroke у нас. Мне явно не идет. Ты меня обставил. Еще один заказ сорвался. Здесь было личное. Я думал, с тобой такого не бывает. Он меня пытал. Седьмой эпизод Deathstroke. Готово. Контроль над телепортером башни установлен. Что-то уж слишком легко. Когда ваш киборг пытался взломать мою нервную систему, он оголил свои защитные протоколы. Ты украл его пароль? О, ты начинаешь мне нравиться. Ты куда? Мы же планировали... Я ненадолго. Не знаю. Он сказал, что ничего страшного. Ну да, я спрашивал себя, что если с Айрис произошло то же самое, что и произошло с Люк? Сначала казалось, что все идет как надо, зло получило по заслугам, но теперь... Супермен не собирается убивать Бэтмена, он только приманка, чтобы поймать настоящего Бэтмена. И что потом? Помнишь, что он сделал с зеленой стрелой? Что-то не так. Телепортер отключен. Ты куда-то собрался? Как ты... Ты проиграешь этот бой, герой. Thank you.
taking you down. I bring you the gift of pain. Gotta love superpowers. Still just a kid. Ты все еще ребенок. Время расплаты. Deathstroke. Stop what you're doing. Прекрати то, что ты делаешь. Неважно, что я делаю. It's what I've done. Я все уже сделал. Грядет финал, и у тебя место в первом ряду. Нужно пошевеливаться. Что ты сделал, Слейд? Реактор перегружен. Первое правило войны — уничтожить центр управления. Этот спутник — ключ к падению режима Супермена. Черт, тебя подери, ты поставил все под угрозу. Меня интересует Супермен, а не ваш Бэтмен. Бэтмен — это киборг. Башня под контролем, но у нас проблема. Реактор скоро рванет. Ты можешь что-то сделать? Он вышел из-под контроля. У тебя полтора часа. Мы почти на месте. Конец связи. Нужно будет всех телепортировать. Хорошая работа, господа. Руки заняты, Лютер. Что тебе нужно? Мне нужен Deathstroke. Зачем? Я узнал, что у Ferris Industries есть технология, с помощью которой я смогу сделать из криптонита Бэтмена новое оружие. Добудь мне ее. Бэтмен в курсе? Нет, он бы настоял на том, чтобы самому воспользоваться оружием. А это должен сделать я. Бэтмен — лицо сопротивления. Если он умрет, повстанцы будут подавлены. Лекс Лютер рискует жизнью, чтобы спасти Бэтмена. Я не верю своим ушам. Передавай координаты. Харлин, приступайте к делу. Займите всех полицейских, каких сможете. Да, Бэтс. Приступаю. Да, Бэтс, можно мне забрать твое белье из химчистки? Помыть Бэтмобиль? Ох, свобода. Он меня убьет. Я бы беспокоился не о нем. Тыковка. Пойдем. Возможно, я смогу это починить, но не знаю, сколько потребуется времени. Некоторые элементы панели управления рассчитаны на имплантанты киборга. Нужно попытаться, Барри. Это наш единственный шанс вернуться домой. Быстрее, Мороз. Я нужна в Страйкерс. Я обнаружила аномалии. Трещины в пространстве и времени. Ясно, переходи к делу.
Я думаю, двойники появились оттуда. Должно быть, это причина перемещения. Мятежники. Я еще не знаю, это только гипотеза. Супермену не нужны гипотезы, им нужны факты. Зачем ты ко мне с этим пришла? Передавай координаты аномалии Флэша, он сможет найти подтверждение твоей гипотезе. Готово. Есть. Хорошая работа, сыщик. Но уже слишком поздно. Слишком легко. Твоя тактика предсказуема. Да, так и есть. Я знал, что твое лассо меня долго не удержит. Зря ты отказался от помилования Deathstroke. И упустить шанс сразиться с новой подстилкой Супермена? Как ты смеешь? Я Амазонка. Предсказуемая, неразвитая раса. Ну же, дай мне отпор. Удиви меня. Не впечатлила ты меня. Киборг, она у меня. Отправь меня к Лютеру. Вас понял. Надеюсь, это того стоило. Бэтмен, ты готов? У нас осталось 45 минут. Мы на месте. Начинайте наступление. Ну и следующий эпизод будет про Бэтмена. Увидимся именно в нем.